В акушерском отделении университетской клиники Казанского федерального университета провели плановое кесарево сечение, используя метод органоплазменной коагуляции, другими словами, АПК. Органоплазменная коагуляция – это метод современной хирургии, с помощью которого энергия тока высокой частоты передается на ткань бесконтактным способом. С помощью ионизированного газа – аргона, с образованием органоплазменного факела между электродом и тканью. Преимуществом данного метода является то, что происходит гемостаз бесконтактным способом, тщательный гемостаз, и уменьшение продолжительности операции. Также использование органоплазменной коагуляции оказывает бактерицидное действие. Ну и плюс ко всему улучшаются процессы репарации тканей и уменьшается спаечный процесс. Процесс восстановления после такой операции происходит быстрее по сравнению с классическим кесаревым сечением. Активизация пациентки происходит в палате интенсивной терапии. Уже через 6 часов после операции она сможет активно двигаться. Ежегодно в роддоме униклиники на свет появляются более 2000 детей. Врачи отделения успешно совмещают практические знания и научную деятельность. В нашей операционной сейчас новые лампы со встроенной видеокамерой с высоким разрешением, которая позволяет визуализировать весь ход операции, что крайне удобно и важно на занятиях со студентами и ординаторами. В акушерском отделении университетской клиники Казанского федерального университета созданы безопасные и комфортные условия для роженицы с момента поступления и до самой выписки. В пятницу 19.08. 15:20 стал мамой. Честно говоря, вообще очень-очень довольна. Персонал абсолютно весь просто суперский. Я даже не знаю, самый лучший, наверное, тут. Все врачи очень хорошие, и условия тут все вообще просто супер. Вообще очень все понравилось. И за ребенком очень хорошо смотрят. Постоянно все приходит. Ну, у меня прям вообще просто все положительные эмоции. Отметим, что органоплазменный коагулятор произведен в Екатеринбурге. Отечественный аппарат может практически все, что востребовано в современной электрохирургии. Елизавета Никитина, Хафиз Гараев, Универньюз.